Все, включил. Ребят, всем большой привет. Сергей, огромное спасибо, что нашел время поработать с нашей командой, рассказать про проект DAO Consensus, в котором я уже, я думаю, мы вместе находимся полгода, мы примерно на старте там оба заходили. Да. С Сергеем я знаком с прошлой сетевой компанией, мы вместе развивали кэшбэк-платформу. Ну, вот сейчас как бы так получилось, что я являюсь одним из партнеров его команды и очень положительно смотрю на компанию DAO Consensus, учитывая все те моменты, которые на сегодняшний день, все продукты, которые есть, и степень развития за компании, что у них получилось сделать за полгода, действительно сделать и реализовать. И попросил Сергея для того, чтобы он вышел с нашей командой на Zoom, и рассказал нам вообще идеологию компании, чем вообще компания занимается, на чем компания зарабатывает и какие возможности может предоставить нам как партнерам, как пользователям и какие возможности по заработку. Сергей, хотелось бы, конечно, затронуть сегодня все вот эти моменты для того, чтобы было полное понимание, куда идем, с кем идем и для чего идем. И я думаю, этот наш диалог сегодня будет максимально конструктивный. Я попросил всех ребят ознакомиться с конференцией, которую ты мне скинул, да, и попросил с ней познакомиться. Думаю, что все как бы отнеслись к данному вопросу серьезно и подошли как бы с максимальной ответственностью. Сергей, тебе слово. Да, спасибо, Жень. Ну, я надеюсь, вы посмотрели конференцию, я поэтому ее пересказывать не буду, потому что проект достаточно масштабный, и то, что сегодня сделано, несмотря на то, что много сделано, но это все равно еще, по сути дела, если вот сравнивать со строительством большого дома, это просто выбрано место и там вырыта яма под фундамент. Фундамент заложен будет в сентябре, когда мы перейдем полностью на блокчейн, и это будет, по большому счету, первая сетевая компания такого масштаба, которая полностью работает на блокчейн, на смарт-контрактах, и система полностью вся прозрачная, понятная как тем, кто строит сеть, так и инвесторам, так и предпринимателям, которые подключаются к бизнесу. И, соответственно, люди, которые сейчас включаются в проект, будут иметь в этой системе ряд преимуществ. Ну, не только потому, что они первые, да, а потому что они на более льготных условиях получили токены. В первую очередь это касается, конечно, токенов CONS, потому что после перехода на блокчейн, во-первых, токены SENS больше не печатаются при каждом покупке, не будут печататься при каждой покупке пакета, а будет покупка идти с резервов компании и откупаться токены, которые есть у пользователей. У тех, у кого есть токены, то есть они их могут либо разместить на депозит, это уже сейчас реализовано, либо могут разместить на стейкинг, это будет с запуском блокчейна запущено, и будут генерировать новые монеты, вот, которые, собственно, и покупают люди, заходящие в пакеты в дальнейшем. Соответственно, токен CONS – это управляющий токен, который позволяет принимать решения в управлении компанией. То есть он сегодня дается в подарок после перехода на блокчейн, то есть никаких подарков, тоже его только можно будет купить за сенсы. Соответственно, ну вот если кратко, где может быть проще отвечать на вопросы, потому что если ребята посмотрели презентацию, там я подробно рассказывал в концепции о тех направлениях, которые есть, которые запускаются, как они будут работать, в чем выгода сети, да, в чем выгода просто инвестирования и в чем вообще выгода DAO Consensus как компании, как бизнеса в целом. Сергей, у меня, наверное, будет первый вопрос, самый основной. Вообще, на чем зарабатывает компания, вот идеология заработка компании, это же DAO Consensus не та инвестиционная компания, к которой мы привыкли, да, положил деньги, получаешь процент. Вот мне хочется, чтобы поподробнее затронул тему, вот на чем зарабатывает компания и как распределяются вообще средства, основной заработок, на чем вообще построено это все.
А ты смотрел вот эту вот сам презентацию, которую Конечно. Там как раз я об этом подробно рисую. Ну, давай я сейчас еще раз тогда запущу экран и прям нарисую и объясню еще раз, чтобы сразу по ходу можно было вопросы задавать. Потому что сама компания зарабатывает на огромном количестве направлений. А если обобщить, то есть компания под собой аккумулирует сообщество. Сообщество – это потребители, по большому счету. Да, мы все потребители тех или иных видов товаров и услуг. Соответственно, мы, как DAO Consensus, даем потребителей бизнесу. Бизнес за это готов платить. И платить хорошо, потому что чем больше потребителей, тем больше платят. Соответственно, на сегодняшний день рынок так устроен, что до 90% в цене любого товара или услуги – это реклама. Вот. И, соответственно, мы эту рекламную составляющую из оборота можем забирать и отдавать потребителям или нам с вами, кто строит сеть. И здесь вот этот вот доход саккумулированный там, с образовательных программ, у нас целый раздел, перечислю просто образование, например, там множество может быть курсов и образовательных программ, банк свой, да, то есть с каждой транзакции идет доход, с каждой покупки, продажи криптовалюты внутри банка идет доход, потому что это криптовалютный банк. Дальше, marketplace, с любого магазина, который встал на marketplace, с любого товара, опять же, идет доход, да. Дальше, то есть там у людей будет возможность выбрать ну, надежные, стабильные фонды, которые дают высокий доход, ну или невысокий доход в зависимости от рисков, да, то есть это фонды разные будут. То есть человек себе его выбирает, но неважно, в какой фонд он зашел, он там получает прибыль, фонд частью прибыли за привлеченные средства тоже делится с DAO Consensus. Дальше. Акселератор запускает различные бизнесы, соответственно, DAO входит в каждый из этих бизнесов, который запущен, и со всех бизнесов получает процент и доход. Вот весь этот доход аккумулируется и делится на две части. То есть первая часть идет на выплату дивидендов, назовем их так, у нас они в системе называются безусловный базовый доход, а ну, для людей понятнее дивиденд. Вот я, допустим, токены имею, они мне приносят прибыль. Вот людям это понятно. Я на токены получаю прибыль со всех направлений. Да? А вторая часть идет непосредственно на выплату тем, кто построил сеть. Ну, давай, как это выглядит? Допустим, ты пришел в магазин, который на платформе, и купил, ну, например, там футболку. Да? Соответственно, часть прибыли пошла в DAO. Часть прибыли пошла на дивиденды, и смарт-контракт будет распределять в зависимости от того, сколько у вас сенсов и консов, вы получите дивиденд с этого. А вот вторая часть пошла напрямую по сети. То есть, во-первых, это в объемы войдет, да, для квалификации. Во-вторых, с объемов с этих сразу ты получаешь комиссионные в соответствии с тем, какая у тебя квалификация, на какой линии у тебя прошла покупка и так далее, в соответствии с маркетинг-планом DAO. Ну вот, если кратко. Если нужно порисовать, еще раз порисую. Эй, правильно я понял. То есть абсолютно любой человек может стать партнером компании, купив, допустим, токены CONS, токен SENS и получать дивиденды со всей прибыли компании, а компания получает прибыль, то есть прибыль для того, чтобы выплачивать дивиденды с конвертации криптовалюты через банк, с оборота бизнеса, с бизнеса, то есть с денег с оборотов с бизнеса. И это все общая прибыль компании, а ты как держатель токена являешься собственником маленькой части. Абсолютно. И на которой ты являешься собственником, какое процентное соотношение, такой процент от прибыли тебе выплачивает компания. Абсолютно верно. Все, спасибо. Плюс ты получаешь еще раз как собственник по дивидендам, и плюс получаешь еще отдельно как строитель сети. То есть если ты эту сеть построил, да, соответственно, ты со своей командой получаешь отдельно процент с товарооборота. Вот. Ну и, соответственно, с пакетов тоже самая часть денег идет в доходную часть, и, соответственно, все, опять же, по маркетингу зарабатывают.
Вот. Здесь принципиально несколько вещей, которые нужно отметить. То есть здесь нету фиксированных выплат, как, например, там пирамиды обещают. Да, вот ты зайдешь, будешь такой-то процент получать. Здесь процент зависит только от прибыльности проектов. То есть чем больше проектов, чем больше они генерируют дохода, тем больше дивидендная составляющая у всех по токенам. Второе. Ты можешь как инвестор получать доход с токенов. Потому что любой сетевик, например, ну вот если мы сейчас убираем пирамиды, есть сетевые компании. То есть они продают какой-то продукт из товарооборота, также, соответственно, согласно маркетинг-плану получают доход. И многие сетевики, вот сейчас, например, там идут в разные компании, да, говорят, это мой бизнес, я строю свой бизнес. На самом деле это, ну, с юридической точки зрения и финансовой не их бизнес. Их в любой момент могут терминировать, могут удалить. Вот. А самое главное, делая товарооборот, они по большому счету увеличивают капитализацию компании. То есть владелец компании, при этом его стоимость активов растет. У сетевика она никак не растет. Хотя он сделал всю работу, потому что самое главное в бизнесе это сделать товарооборот, продать продукт. Да, там 90% прибыли там заложено. Вот. То есть сетевик увеличил стоимость компании, но с этого ничего не получил. В нашем случае, так как вы владельцы токенов, да, то есть чем больше у вас токенов, и, соответственно, вы когда качаете компанию, вы автоматически увеличиваете свою собственность, то есть растет ваш актив. Вы часть токенов можете продать, можете передать, можете что угодно с ними сделать, это ваша собственность. И токены, рост токенов – это тоже одна из доходных частей, да, потому что, например, когда компания 7 месяцев назад стартовала, токены там были по доллару. Я не помню, Жень, поскольку ты там покупал, сегодня они там 11 долларов, да? Ну, я то есть, да, 4, 11, это почти в 3 раза, да, увеличил капитализацию. Что касается консов, то те, кто консы получили, вообще получили в подарок. А что такое конс? Ну, вот смотрите, цель компании – сделать капитализацию более 10 миллиардов долларов. Соответственно, когда цель будет достигнута, стоимость конса будет стоить один конс примерно около миллиона долларов. А люди сейчас их получают в подарок. Ну, даже если они их потом будут покупать, допустим, ну вот по моим прикидкам, осенью конс будет стоить там в районе 10 тысяч долларов. Вот человек купил, там, допустим, за 10 тысяч долларов конс. Соответственно, там через 3-4, ну, обычно 5-7 лет уходит на то, чтобы компания стала единорогом, да, если по другим проектам смотреть большим. Ну, соответственно, ваши 10 тысяч долларов превратились в миллион. 10 тысяч долларов, в принципе, у человека никак жизнь не меняют. Миллион – это уже принципиально меняет жизнь. Плюс бизнес еще регулярно за все это время приносит доход, дивиденды, если вы построили сеть, еще и доход сети. Ну и следующий момент – блокчейн. Да, соответственно, блокчейн и смарт-контракт дают большую стабильность бизнеса, да, потому что когда, например, вот многие проекты скамятся, даже те, которые не собирались скамиться, да, то есть, может быть, они бы и работали, но всегда, когда финансы централизованы, собираются у какой-то группы лиц или у одного человека, да, что происходит? Всегда повышаются сразу с ростом проекта риски, потому что, первое, у человека всегда есть соблазн с деньгами свалить. Второе, есть соблазн у кого-то наехать и эти деньги отжать, там, физически, бандитскими методами, государство наедет и так далее, да, то есть, а это, когда идет рейдерский захват, всегда рушится бизнес в первую очередь, вот, здесь деньги автоматически распределяет смарт-контракт, нет у кого-то, кто сидит и говорит, там, Жене дам или там Сергею дам, а кому-то не дам, да, то есть, как прописано, кто как построил сеть, дальше сеть очень важна, да, то есть она автоматически закрепляется за тобой, никто тебя там убрать, терминировать, заблокировать не может, то есть ты один раз построил свой доход, и ты реальный пассивный доход получаешь, вот. Угу. Сергей, блин, да, просто вылетел из головы. Да, кстати, я слыхал в одной из конференций, правильно понял, неправильно понял, что в данный момент DAO Consensus в какой-то степени ведет переговоры с государством, чтобы официально, юридически, как
как юрлицо, в общем, выступать на территории государства. Вот в этот момент можно поподробнее объяснить? На самом деле не с одним государством. Сейчас, например, там мы ведем с несколькими банками переговоры, центробанками стран, такие как Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, где они хотят нашу технологию банковскую купить, ну и, соответственно, со всех оборотов будет идти доходность. Да? А что касается нашей страны, у нас на семинаре в Анапе как раз был представитель государства, который отвечает за цифровую экономику в государстве. И у нас предварительная договоренность такая, как мы открываем 50 филиалов, ну, филиалов офисов по городам в стране. Соответственно, через нас будет идти государственная программа образования цифровой грамотности населения. Вот, то есть это вот поддержка государства. То есть к DAO консенсус до государства наше достаточно лояльное? Ну, не только наше. Дело в том, что сейчас во всем мире у государств есть проблемы. То есть, с одной стороны, они хотят запускать цифровую экономику, там цифровой юань, цифровой доллар, у нас там цифровой рубль, а с другой стороны, они не знают, как это преподнести населению, да, чтобы не было там революции, да, потому что вы знаете, что люди все новое воспринимают достаточно скептически, и тем более, когда сейчас идет тенденция цифрового рабства, да, когда людей хотят загнать под тотальный контроль, и люди этого боятся, соответственно, это не всегда воспринимается с восторгом, когда это идет от государства. Ну, а мы, соответственно, даем инструмент, который, ну, помогает населению понять их выгодность и, соответственно, грамотно распределить средства. Ведь смарт-контракты выгодны не только нам с вами, смарт-контракты выгодны и государству, потому что смарт-контракт, любой предприниматель, который встает на платформу, может сразу закладывать налоги, и налоги будут напрямую идти в бюджет, то есть снижаются сразу сильно расходы на, ну, скажем так, на контроль фискальный, да, взимание налогов и так далее, отчетность. Сергей, а вообще куда все это идет? Какие планы у компании на ближайшие полгода хотя бы? Можно что-то вот разузнать? Ну, на ближайшие полгода планы, самая сейчас основная задача, это выйти на сперва блокчейн, перегнать всю базу на блокчейн, это до сентября в задачах стоит. И после этого вывести токены на биржу и, соответственно, запустить полностью модель, как мы с вами сейчас говорили, чтобы она была прозрачной и так далее. Потому что огромное количество фондов, которые с нами хотят сотрудничать. Есть фонд в Эмиратах, который хочет прямо через нас финансировать различные проекты. Вот, и просто нужно, ну, доделать инфраструктуру. Ну и вторая задача, немаловажная, да, то есть, потому что это то, что от DAO ждет рынок. Это увеличение количества пользователей, потому что вот сейчас у нас там около 50 тысяч человек, для рынка это мало. То есть как только мы достигнем в экосистеме там порядка 500 тысяч пользователей, это совершенно другой вес и совершенно другой уровень, ну и, соответственно, совершенно другие деньги. Если сейчас, допустим, там арабские фонды в нас готовы там до 10 миллионов вкладывать долларов, да, то там суммы будут уже от полумиллиарда и выше. Ну и, соответственно, капитализация компании потянет за собой рост токена Конс, рост токена... Абсолютно верно. Так, вот еще у нас есть ребята, да, которым интересен трейдинг и сама монета как Конс. По поводу выхода новой биржи, я слышал, что там какая-то гибридная биржа выпускается, DAO Consensus, вот про это тоже хотелось поговорить. Ну, я не люблю говорить то, что не сделано, да, то есть у нас разные есть варианты абсолютно, но наша конечная цель не вот эти все промежуточные гибридные биржи, а наша конечная цель к концу октября, чтобы токен Sense торговался на крупнейшей децентрализованной бирже Pancake и был с хорошей ликвидностью.
То есть, ну, пул ликвидности будет готовиться не так, как... Ну, он уже сейчас готовится, да. Ясно. Так, Сергей, а вот кто вообще у руля нашего Боинга-то стоит, вот этого всего счастья? Кто занимается вообще у штурвала, там, контролирует весь процесс? Тоже об этом человеке слов. Да, но, скажем так, у штурвала стоит целая команда, да, то есть идейный вдохновитель Илья Чураков, это человек, который в свое время, когда только заря ICO была, провел одно из самых крупных успешных ICO, и в отличие от 99,9%, которые после этого, собрав деньги, исчезали, а проект запущен был, это банк Криптериум, да, ну, который у нас сейчас в ассоциацию входит, и как раз все банковские решения дает. У него колоссальный опыт, и вокруг него команда. Почему я говорю, не он один, а команда, потому что у нас по каждому направлению работают команды. Есть команда программистов, есть команда юристов, есть команда финансистов, есть команда, которая занимается акселератором, где профессионалы по упаковке бизнеса и продвижению его на рынок, да? Есть команда, которая занимается маркетплейсом и подготовкой всего, причем там даже несколько команд, и у нас как бы тендер, кто лучше сделает, тем решением мы будем пользоваться. А может быть, даже будет несколько маркетплейсов, каждый из которых генерит доходную часть. Да? Вот. Поэтому по каждому направлению своя команда. И Илья, как дирижер, вот все это скрепляет и запускает. Нам на самом деле, даже если бы одно из направлений, которое мы с вами говорили, запустилось, уже бы компания могла вырасти до единорога. Но вся фишка в том, что это все в целом, и развиваться будет экосистема по всем направлениям одновременно. Ну, собственно, не, а развивается. Когда все технические решения готовы будут, то есть переезд полностью сайта на блокчейн, подключение к смарт-контракту, то есть будет ожидаться очень крутая динамика, да, в связи с подключением бизнесов, людей, банкинга, когда работа будет в полном объеме запущена, тогда будет прям хороший старт, да? Конечно, потому что люди будут видеть, что это все работает в реальном режиме времени. Вот ты сегодня подключился, вот ты человека подключил, он в магазин сходил, тебе уже комиссионные упали, да, мгновенно, и не где-то упали там в кабинет, как часто бывает, да, завтра кабинет закрыли и нету твоих комиссионных, они падают прямо на кошелек тебе MetaMask, соответственно, они уже у тебя, вот, и токены твои, и деньги твои, комиссионные твои, и все в реальном режиме времени, в системе видно, сколько пользователей, сколько магазинов, какие направления, какую доходность дают, какие фонды и так далее. И, конечно, уже сейчас динамика очень хорошая, но сейчас людей все-таки немножко сдерживает то, что особенно многие сейчас там куча по пирамидам прошли, да, или где-то слышали, куча пирамид закрылась, да, и у людей там в голове, а вдруг здесь то же самое, а вдруг здесь не запустится, а вдруг здесь то, а вдруг здесь это. Но все люди, которые как бы чуть-чуть хоть понимают там в криптоэкономике, на рынке следят за тем-то, они так или иначе себе столбят большие пакеты, обеспечивают себя сенсами, обеспечивают себя консами, ну, как говорится, столбят себе место. Ну, а те, кто, скажем так, поактивнее, сразу начинают строить структуры. Сейчас очень много людей из разных команд заходит в DAO. Прям структурами большими. Так, Сергей, еще вопросик. По мобильному приложению DAO Wallet. Прикольная игрушка, скачал, но, к сожалению, только на Android. С айфоном там какие-то проблемки, да? Нет, у меня на айфоне работает. Просто сейчас вышла обновленная версия, и вы знаете, что на Андроиде приложуха заходит сразу, а Apple выгружает там до 3 недель, когда кардинальные изменения какие-то. И поэтому она доступна только через TestFly, новая версия.
Через TestFly. А в личку можно будет после зума какую-нибудь там, я не знаю, памятку о том, это куда да, перейти, нет. как перейти, скачать? Можно да, пришлем. Все, отлично. Ну, в принципе, у меня как бы вопросов нету. Ребят, у кого какие вопросы есть, задавайте. Время у нас. У меня есть вопрос. Привет, давай. Сергей. Да, привет. Правильно ли я понял, что DAO Consensus является неким агрегатором для других площадок, да, которые ведут свой бизнес там, в сети, я так полагаю? То есть какую-то задачу решает DAO? Агрегатор агрегаторов, скажем так. То есть, чем больше людей будет пользоваться компанией, площадкой DAO Consensus, соответственно, больше будет спроса на токен Sense. Абсолютно. Токен Sense будет стоить дороже, ну и капитализация будет стоить дороже, соответственно, он будет приносить тоже больше дивидендов, правильно? Верно, да. А сколько сейчас стоит конс один? Конс сейчас 7500, но долларов стоит, но его купить нельзя. Его можно получить часто пакетами в подарок. Это на сколько я должен закупиться? Ну, начиная с 5000-го пакета, ты получаешь 0,6 конса. Ну и там дальше есть пакеты 10 тысяч, 25. Ну, грубо говоря, на десятку, да, мне надо зайти, да. чтобы конс получить. Полтора конса тогда получишь, да. Угу. Ну, у меня все, спасибо. Я понял. Ребята, у кого еще какие вопросы? Вчера много вопросов сыпалось в чат. Да, сенсы купить можно без проблем в любом пакете от $100, если я не ошибаюсь, правильно? Да, абсолютно верно. Нет, даже от $10. $10 ты уже получаешь 0,9 сенса. Ладно, здравствуйте. Можно я тогда задам вопрос? Только не бейте боль. В общем, вы сказали такое, что сейчас кто закупается 10 тысяч этими сенсами, то в каком-то времени вы видите, что они будут стоить миллион. У меня вопрос. Стоп, не какой... сенсы, консы. Миллион. Консы, да, консы. Можно вот узнать, по какой базе такие расчеты? Как вы считаете, что ваша платформа лучше, чем другие, что она будет пользоваться успехом и токен будет расти? Почему, ну, как бы такие цифры большие, откуда такие расчеты? Ну, смотрите, просто. Во-первых, как формируется цена токена CONS? Количество токенов CONS строго ограничено, 10 тысяч токенов. То есть это как биткоин. Вот есть количество биткоинов, их новых не появится, да? Соответственно, исходя из этого формируется цена, то есть вот сейчас у нас каждый квартал проходит аудит, соответственно, аудит оценивает капитализацию компании, и, соответственно, капитализация делится на количество консов. Ну, вот, например, последний аудит капитализацию зафиксировал 75 миллионов долларов, соответственно, 75 миллионов долларов делим на 10 тысяч токенов и получаем цену сегодняшнюю 7500, которая на рынке, да? Соответственно, когда капитализация достигнет 10 миллиардов, ну, соответственно, вот считайте, делим 10 миллиардов на 10 тысяч токенов, получаем стоимость. Переформулирую немножко вопрос. Как посчитали, что все-таки ваша компания дойдет до такой капитализации, до 10 миллиардов? Мы не считали, мы цель ставим. То есть, если посмотреть платформы, и стоимость компаний крупных, которые являются крупными платформами, даже которые работают в какой-то одной области, не как у нас там мы покрываем, закрываем все области, а в одной области. Ну, давайте возьмем, например, стоимость Airbnb. Да, то есть на сегодняшний день, когда-то Airbnb стартовала, по-моему, в 2009 году, за первый год они сделали товарооборот всего $100 000 и стоили, ну, копейки, это стартап, по сути дела, был, да. На сегодняшний день Airbnb оценивается в районе $30 миллиардов. А это только сдача в наем жилья.
и ничего больше. Там нету банка, там нету маркетплейсов, там нету ничего. Одно направление. А теперь представьте, когда вот таких платформ, которые сегодня стоят миллиарды, объединяются в одном проекте, на одной платформе, и огромное количество направлений. Здесь и игровая индустрия. Вот мы, например, через акселератор один из проектов запустили сейчас, да, с играми в игровой индустрии. За один только день, за 2-3 дня, когда он был презентован, было собрано более 20 миллионов долларов. Сравните, у Airbnb год прошел, и они собрали 100 тысяч. И здесь за несколько дней 20 миллионов всего лишь в одном направлении. Вот откуда расчеты берутся и откуда такие цифры. Получается, вы себя позиционируете с этими компаниями. И даже лучше, чтобы дойти до такой капитализации. Но пока мы не лучше, потому что у нас пока, как я уже сказал, фундамент только вырыт, да, но в потенциале намного больше, да, и намного мощнее компания будет. Это даже не компания, само DAO расшифровывается — децентрализованные автономные организации. То есть это объединение компаний ради того, чтобы получить клиентов. А компании только СНГ или у вас уже есть, ну, американские, европейские? Но, конечно, изначально само DAO задумывалось вообще не для СНГ, а для европейского и азиатского рынка. Просто нам, может быть, так повезло, что как раз когда начались разработки и первая там вот группа начала работать над реализацией проекта, все границы перекрыли, и Илья оказался не в Сингапуре, где он долгое время жил, да, а оказался в России. Вот. А изначально проект задумывается и реализовывается как международный. И когда мы, соответственно, перейдем на блокчейн, первый же саммит, который будет проходить в Дубае, он как раз дает старт международному рынку. Хотя уже сейчас я вам говорил, что переговоры ведутся с банками, с центробанками различных государств. И вот сейчас буквально я вам могу там кинуть ссылочку, или Женя в группе был, видел, я ее туда кидал. Сейчас там какие-то договоренности уже с Банком Бразилии, например, есть, да, то есть наша там команда, которая работает на том континенте, ну, запускает коллаборацию. То есть проект уже сейчас развивается как международный. Интересные очень новости, просто другой формат по сравнению с другими компаниями, которые мы слышим. Из-за этого у меня столько много вопросов. К сожалению, я не смотрела презентацию, из-за этого, может, что-то у меня упустило. Последний вопрос. Очень интересно то, что вы говорите насчет того, что у вас есть договоренности, ведутся они, договоренности с банками. Есть ли какие-то публикации, что-нибудь? Это где-то вообще, где-то можно увидеть? Потому что я тоже могу сказать, у меня завтра договоренность с Обамой, мы там решили что-то делать, да, вместе. А хотелось бы что-нибудь увидеть, но я не знаю. Если что-то, например, даже в Бразилии кто-то что-то говорит, такой-то проект, там договоренности ведутся, ну, хоть что-нибудь посмотреть, что это реально, вот что-то делается. Вот в Бразилии делается. Как раз я ссылочку дал, там информация есть. А что касается всего остального, смотрите, мы полностью прозрачные, публичные, и более того, нас даже как компанию приглашают на крупные, скажем так, симпозиумы, сборы стран, предпринимателей и правительств. То есть, например, вот когда питерский форум был, мы там представлены были по странам БРИКС. Илья читал как раз лекцию, или, скажем так, выступление у него было как раз на этом форуме по цифровой экономике. Сейчас его пригласили на дальневосточный форум, который будет проходить как раз для стран того региона. То же самое. И это приглашения идут со стороны как раз по направлению правительства. И когда, допустим, у нас форум был в Анапе, то есть представитель государства был прямо на форуме. Нам пока
как бы особо публиковать нечего, потому что мы вот в том виде, в какой должна работать система, мы ее еще не запустили. То есть на блокчейн мы ее еще не перевели. Вот когда переведем на блокчейн, вот тогда вы увидите огромное количество статей. Хотя, опять же, вот смотрите, наш проект, который мы запустили на акселераторе, про который я говорил, да, то есть это один из проектов, где мы в доле, статья была сразу, буквально через 3 дня в Bloomberg статья была об этом проекте. Я работаю в Bloomberg, я поищу. Наберите просто Safe Hamsters. В общем, спасибо за ответ, и я закрыла свои вопросы. Сергей, у меня вот образовался вопрос, да, в ходе общения. У нас 50% команды европейская. Они могут без проблем пользоваться благами DAO консенсус, становиться партнерами, либо пользоваться непосредственно DAO консенсус площадкой для там, закрытия своих каких-то потребностей, да, для развития своего бизнеса. Будет ли такая возможность вот у европейских у нас, наших ребят? Сейчас одну секунду, Жень, я быстро отвечу на телефон и отвечу на твой вопрос. Ребят, кто посмотрел конференцию, которую скидывали, и просили настоятельно посмотреть ее? Смотрели? Я посмотрела. Я 5 раз посмотрела. Но на самом деле... Алло, алло. Окей. Прошу прощения, отвлекся. У меня просто человек на встречу приехал. Еще раз, что ты спросил? Что европейская команда, могут ли они работать? Конечно, могут. То есть у нас изначально, как я уже сказал, бизнес строится как международный. И, соответственно, все модули, которые есть в DAO, они будут работать по всем странам. То есть и, соответственно, можно подключать, например, там магазины на Marketplace Европы, можно будет проекты в акселератор размещать с Европы, уже можно пользоваться банковской картой DAO Wallet, да, то есть скачивать приложение, привязывать к нему карточку Visa и с криптовалютных счетов рассчитываться как с обычных счетов. То есть все работает. В чате появился вопрос очень интересный. А у нас в чате здесь вопрос появился, и, конечно же, сейчас всех это интересует, так как раньше мы вообще не читали, что было написано в Центробанке, да? На сайте Центробанка, да. Почему DAO в списке пирамид на сайте Центробанка? Ну, давайте начнем с того, что эта пуля запущена каким-то, как бы так помягче сказать, долбоящером, который гонится за сенсацией, да? Вы можете сами зайти, этот список Центробанка есть. Там DAO консенсус никогда не было и нету. А откуда тогда информация? Это просто кто-то ляпнул. Просто, да? Кто-то взял, это, включил туда все пирамиды, ну и DAO добавил от себя. Так то сказать, есть, инициативу проявил, да? Инициативу проявил, то есть не проверяя, то есть добавил туда все компании, которые он считает пирамидами, да, то есть, а на самом деле, как делают это все такие утки, то есть, людям надо за счет компаний попиариться. Вот человек смотрит, какие компании на слуху. Соответственно, их туда включил для того, чтобы получить максимальный охват и максимальный пиар для себя. Он не думает, что он при этом выставляет себя полным лохом, который даже не удосужился информацию проверить. Просто, Сергей, ну мы все из одной компании, весь чат, который сейчас присутствует. И мы тоже свято верили в то, что Финика внесли просто потому, что очень масштабная компания. Но, как оказалось,
все совсем наоборот. И как видим, что видим. И да, ну, во-первых, по поводу Финика все оказалось. То есть мы не знаем, что там оказалось. По моей информации, Доронину просто забрали деньги, о чем я и говорил, да, то есть один из рисков, когда капиталы собраны у одних людей, то есть часть денег отжали у него, со второй частью растворились вот эти ребята, которые трейдингом занимались, и, скорее всего, не даже деньги опять не у них, а у силовиков, там идет грызня между двумя группировками. Всем понятно, что кто отжал деньги, на людей плевать. Им нужно поскорее Доронина засадить, чтобы концы в воду. Этих ребят уже закрыли от глаз людей. Вот. Поэтому мы там не знаем, что с Финика было и есть. Но то, что деньги централизованно лежат у каких-то одних людей, с которыми может что-то случиться, это всегда ставит под удар любой бизнес. И когда у людей нет опыта обеспечить нормальную систему безопасности, или они вообще об этом не задумываются, мы получим то, что получили. Да, и как сказал один человек, вы сами в этом виноваты. Нет, но мы-то как сами виноваты, только ну, как бы, что доверились. Там, люди, когда доверяют таким проектам, да, то есть... Ну, нужно всегда понимать, что есть определенные риски. Чем выше доходность, тем выше риски. Например, проекты, где... Вот сейчас мы, в принципе, тоже в зоне риска, да, как DAO, потому что мы еще не на блокчейне. Вот. Соответственно, и очень многое сейчас зависит от сообщества, да, то есть если сообщество будет дальше двигаться, развиваться, оно становится интересно рынку. Если оно так и будет маленькое, не расти, там 50 тысяч человек, ну, это не сильно интересно большому капиталу, да, вот, технологии интересны, можем выехать только за счет технологий, но хочется выезжать не только за счет технологий, но и за счет именно роста сообщества, потому что вот тогда есть и технологии, и сообщество, это получается миллиардный проект. И как только будет запущен блокчейн, соответственно, риски сразу резко снижаются. Ребят, еще вопросы? Их нет на сайте ЦБ. На сайте ЦБ нету DAO консенсус, правильно поняли? Но в списке пирамид нету, да. Можете пролистать. Я как только это увидел информацию, сразу зашел на сайт и не поленился, пролистал там все 1500 организаций, которые там есть. Нашел там большинство проектов, которые на слуху. Даже Лайконет. Сергей, как вообще маркетинг сам по себе? Вот если выстраивать партнерскую как бы программу, да, потому что у нас вот в чате у моих партнеров у всех худо-бедно, но какие-то как бы структуры есть, и вылазить из этой попы, да, нужно всем дружно. Какие вообще выплаты по партнерской программе? Есть ли смысл ее развивать, партнерскую программу, либо просто рассмотреть DAO консенсус как инвестиционная, да, компания? Как раз как инвестиционную компанию рассматривать самое глупое, да, потому что гораздо выгоднее именно сейчас партнерка, потому что здесь маркетинг очень жирный, потому что компании, в принципе, не нужны деньги от сети. Сеть, компании больше нужна сеть, потому что ей для развития хватило бы и инвесторских денег, да, то есть желающих вложиться в технологии валом, особенно когда они такие мощные. Вот. Нам больше интересует как раз сообщество. И именно люди, которые построят сообщество и будут получать максимальный доход, потому что ты... Вот смотри, простой пример. Мало того, что с каждой покупки будешь получать доход, да, вот тебе не надо будет бегать, как сейчас люди бегают в разные проекты и выстрелит, не выстрелит, гадают. Ты один раз построил сеть в DAO, запускается какой-то проект на акселераторе, люди могут зайти твои, а ты можешь не заходить, но ты все равно с этого акселератора будешь получать доход.
допустим, фонд какой-то открывается, твои люди могут зайти, ты можешь не заходить, но ты все равно будешь получать доход, потому что человек с твоей сети. Вся, в любом проекте вся структура так зеркальная и остается. То есть ты один раз реально сеть построил и реально получаешь пассивный доход. И плюс маркетинг, как я уже сказал, очень жирный. В DAO сейчас можно зарабатывать даже по маркетингу больше, чем во многих пирамидах. Почему? Потому что компания может выделять большую часть денег как раз на обратно в сеть, потому что, как я уже сказал, ей не столько капитала нужны, сколько люди. Это как раз, наверное, тот пассивный, да, доход, о котором мы все дружно думали еще 3-4 года назад. Правильно? Абсолютно верно, абсолютно верно. Только пассивный доход не обещанный, то, что там какой-то дядя тебе будет какой-то фикс процент платить, да, а пассивный доход, обеспеченный реальным бизнесом, который генерирует обороты, и с этих оборотов платится доход в экосистему. Ну да, даже я могу пример свой привести. Если взять и посчитать количество акций, количество сенсов и количество консов, это я заходил, если не ошибаюсь, в февраль месяц, на $5000 я взял, мне пошел в подарок один конс, который сегодня стоит уже 7,5, и 1250 сенсов. Это на $5000. И сенс сегодня как бы стоит, да, $11. Судя по цене сенса и по цене конса, можно понять, то есть как насколько поднялась их цена, можно понять, как бы, как капитализировалась компания за полгода. И с такого количества вот этих вот токенов, сколько у нас, 40 тысяч людей, да, сейчас пользуются проектом? 40 тысяч, да. Да, 40 тысяч людей, это приходит дивидендов чистого пассивного дохода $200 в день. Это если количество, допустим, пользователей будет в районе 1 миллиона, то на такое количество консов и сенсов, то есть держа эти консы и сенсы, я буду получать, ну, как бы в разы больше, да, получается там во сколько? В 28 раз примерно. Даже больше, наверное. Потому что там не линейно будет расти доходность, она будет расти по параболе. Сергей, а строить сеть обязательные условия или можно просто получать только от своих вложений, купив токены Сенс и Конс? Не обязательно. То есть не обязательно строить сеть, чтобы зарабатывать. Да. Так. Ну что, меня человек пришел на встречу. Да, Сергей, спасибо огромное за конструктивную беседу. В принципе, все ясно, что непонятно. Досмотрим в презентации. И... Да, кто не смотрел, посмотрите обязательно презентацию. Mm-hmm. Вот. И обе посмотрите, и мою, и Ильи выступление. Потому что там как раз все новости, особенно вот спрашивали про международку, да, то есть там он и про международку рассказывает. Угу. Все, Сергей, спасибо большое, больше не задерживаем. Запись обязательно ждем, прям по возможности сразу в личку можно будет скинуть? Да, да, да. Все, спасибо большое, хорошего вечера, будем на связи. На связи, пока-пока. Так, а нам же свой надо Zoom создать, да?